Как дела? Сегодня я расскажу вам о городе Рочестер, в котором я была два раза. В 2012 году мы ездили туда с моей подругой Настей и ее мужем в мае месяце. А в 2014 году я вернулась туда одна, специально на Рочестерский фестиваль народного танца Morris Dance, чтобы поснимать это мероприятие для прессы. Ну и помимо этого я походила по городу, зашла в музей, поснимала достопримечательности этого города. Поэтому сегодня рассказ про Рочестер. Итак, Рочестер – это город в графстве Кент, который находится в местечке Медуэй. Это небольшой старинный город, который знаменит своими средневековыми замком и собором. А также в окрестностях Рочестера помещено действие многих романов Диккенса. В 43-м году римляне основали колонию Дуробраева, которая впоследствии стала городом Рочестер. В городе много достопримечательностей, но основные – это собор, который был 13 метров в высоту и 8,5 метров в ширину. Построенный между 1080 годом и 1130, центральная башня которого была построена в 1343 году, а также Рочестерский замок, начало строительства которого относится к 1087 году. Из окон замка виден весь город как на ладони, потому что он стоит на холме, а также река Медуэй. Важность укрепления этого места была правильной, поскольку Рочестер с южной стороны прикрывает путь к Лондону и является укрепленным узлом на подступах к Лондону, расположенных далеко от него. Рочестерский собор является нормандской церковью в Рочестере. Епархия является второй старейшей после кентемберийской в Англии. Строительство собора было начато в 1080 году. Немаловажную роль в становлении церкви играет епископ Рочестера Гундульф. Он, как талантливый архитектор, считается ключевой фигурой в проектировании и строительстве Рочестерского собора. Мне же запомнился этот город огромным металлическим мостом, который охраняют фигуры львов, а также советской подводной лодкой, которая находится в акватории реки Медуэй, которая почему-то зовется Черной Вдовой. Я прогулялась по набережным города, посмотрела издалека на замок, зашла в музей Гилдхолла, посмотрела историю города, как люди жили в Рочестере и чем занимались. Так как погода была солнечной, я немного полежала в парке и пошла снимать фестиваль трубачистов, фестиваль Morris Dance, о котором я рассказывала вам в прошлом ролике. Смотрите вот здесь. Поездку в Рочестер можно смело назвать путешествием во времени. Этот небольшой приморский городок на юго-востоке Англии славится своей историей, архитектурой и разнообразной культурной жизнью. Концерты, праздники и ярмарки здесь проходят каждые выходные. Самый знаменитый фестиваль Диккенса. Великий писатель в своих романах назначал Рочестер местом литературных действий и селил здесь героев своих романов. Вот так вот, когда вы едете в Лондон, вы можете выделить один день на город под названием Рочестер, который находится всего лишь в 50 километрах от британской столицы. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!